как найти конкурента? В вашем случае конкурент – это тот канал, это тот человек, это та группа людей или тот видеоблогер, которого смотрит вместо вас. Конкурент – это тот, кого смотрит вместо. Да, то есть вы, допустим, вы делаете канал, как Федор сегодня предлагал делать канал о превосходном швейцарском шоколаде, о его разновидностях, потому что мы очень любим хороший качественный шоколад, да, там мы сегодня пробовали шоколад там с солью, там, да, такие разные там штуки, но здесь у меня просто банально нет времени, но в данном случае, если я бы делал обзоры по швейцарскому шоколаду, то у меня конкурентов были бы те люди, которые бы давали тоже обзоры на этот шоколад, либо на сладкое, либо на качественный продукт шоколада, да, то есть те люди, которых смотрят вместо меня.